Вот так вот внезапно вышло новое обновление, которое убьет Чикенган. И всем привет, друзья, с вами снова Эхолар, и в сегодняшнем видеоролике мы с вами немножечко прообзорим новые обновления, и я вам расскажу, что возможно с Чикенганом будет дальше. Обязательно, конечно же, не забывай про лайк, про подписку и, конечно же, про колокольчик, чтобы не пропускать еще больше годных видеороликов. И подписывайся еще на мой телеграм-канал, там просто выходит куча разных новостей, и я реально буду очень рад твоей подписке, так что ссылка в описании, подписывайся. И обязательно еще досматривайте до конца, потому что прямо сейчас я уже расскажу, что будет с Чикенганом дальше. Ну что ж, давайте начнем с того, то, что обновление вышло далеко не у всех. Обновление вышло на данный момент лишь у 20-30% игроков. Я не знаю, зачем разработчик так делает. Возможно, ему очень нравится, когда мы бесимся победить ютуберов, победить игроков. Я понимаю, чтобы не всем выдать обновление Чикенгана игрокам. Но почему бы не выдать его хотя бы всем ютуберам, чтобы они сделали из этого контент? Почему бы и нет? Ну нет, разработчик у нас все равно стоит на своем. Он не прислушивается ни к нам, ни к аудитории, ни к ютуберам. Он просто фигачит постоянно обновление 20-30% игрокам. И если ты хочешь, чтобы у тебя вышло обновление прямо сразу, то это чисто везение. Не повезло, ну значит жди, возможно, даже следующего дня, или же даже целой недели, а то может быть и больше. Но это еще, конечно же, не самое страшное, потому что обновление выйдет, все его скачают, и все будет, конечно же, хорошо. Самое страшное — это само обновление, что туда добавили. Лично у меня это обновление не вышло, но насколько я знаю, там завезли просто кучу багов, какая-то фигня творится со скином, все предметы там что-то пропадают со скина, вообще лицо стирается, и в общем, получается какая-то просто мутная каша. Ну и это, конечно же, еще не самое страшное. Возможно, уже есть много среди вас тех, кто знает об этом обновлении, но я думаю, среди вас есть также те, кто еще совершенно ничего не знает. И кто сейчас не знает, лучше приготовьтесь, потому что это просто непонятная какая-то жесть. Разработчик туда зачем-то добавил хаги-ваги с сиреноголовым, именно чтобы все смогли его купить, и как читеры все спавнить на серверах, чтобы игроки, вообще любые, никакие, не смогли играть, и чтобы просто игра умерла. И самое еще главное то, что мы сиреноголового и хаги-ваги сможем спавнить не один раз, а целых 6. Вы просто представьте, что творится сейчас на серверах. У меня это обновление не вышло, но я представляю, как там невозможно стало играть. Игроки теперь будут так же, как и читеры, просто спавнить много сиреноголовых, хаги-ваги до бесконечности, и они всех будут убивать, конечно же, с первого раза, потому что это имбалансные персонажи, они очень жесткие, победить их очень трудно. И все это, конечно же, делается без щитов, а потому что разработчик просто добавил их в новое обновление, как новых персонажей, как новых мобов, именно которых можно купить и ставить куда хочешь. И из-за этого, конечно же, как и с читерами, игроки будут думать, что за жесть, у меня ничего не получается, Чикенган такая фигня, в нее невозможно играть, и они просто возьмут и удалят Чикенган и уйдут в какую-нибудь непонятную даже левую игру. Поэтому я не знаю, зачем разработчик выпустил такое обновление, возможно, он просто хотел над нами пошутить или что-то еще, я честно даже не знаю, но я не понимаю, зачем убивать игру этими обновлениями. И вы знаете, я даже рад то, что это обновление у меня не вышло, потому что я смогу нормально, как обычно, поиграть на серверах, и у меня ничего плохого не будет. Никаких ни сиреноголовых, ни хаги-ваги у меня нету. Я надеюсь, что разработчик одумается и все же уберет этого хаги-ваги с сиреноголовым, потому что, ну, дальше так продолжаться не может. Играть просто теперь стало на всех серверах абсолютно невозможно, потому что появились вот такие вот имбалансные персонажи. Надеемся, что в скором обновлении уже разработчик это уберет, поймет свою ошибку, и все восстановится и станет хорошо. Ну и конечно же пиши в комментарии, что ты думаешь насчет этого. Да, вот такое вот не суперское обновление вышло, мне даже стало грустно, что возможно Чикенган просто умрет, но чтобы поднять это настроение, посмотри еще вот это видео, оно тоже очень классное и годное, и оно 100% тебе должно понравиться. Ну и конечно же еще не забывай ставить лайк, подписываться на канал и жмякать колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Эхолар, до скорых видеороликов и всем пока!